Несмотря на все заверения о росте, украинская экономика даже не закончила свое падение, так считают оппозиционеры. Украина стремительно теряет промышленный сектор, пятую часть ВВП государству приносят аграрии. Для сравнения, в ЕС на долю сельского хозяйства приходится всего 5% валового продукта, отмечают в оппозиционном блоке. С сокращением промпроизводства исчезают целые отрасли, которые еще несколько лет назад были флагманами украинской экономики. Судостроение, космическая сфера, авто и авиастроение. Вместе с этим сокращаются, конечно же, и рабочие места. Поэтому нужны срочные меры по спасению производства. Мы давно считаем, что страна находится в экономическом кризисе. И в этой ситуации правительство должно представить программу выхода из кризиса, а парламент должен ее рассмотреть. Сегодня по всем показателям ВВП на душу населения, макроэкономическая стабильность, социальное развитие, инвестиционный климат. Страна находится в кризисе, не замечает его только сами члены правительства, которые боятся в этом признаться. И они отработали, правительство отработало год без отчета. И сегодня делает вид, что все хорошо. А на самом деле нам необходимы срочные меры для выхода страны из кризиса.